Привет, ребят. Первый раз мы снимаем на штативе с микрофоном, с петличкой на улице. Развиваемся? Вот девка развивается. Сейчас. Мы хотим. Настя, ты должна говорить не туда, а буквально, в смысле, вот сюда. Сейчас мы хотим. Сейчас мы хотим записать. Ладно, говорите, что у тебя получается. Так всегда буду говорить я. Ладно, все. Итак, мы начинаем. Как называется челлендж? Виспер. Виспер челлендж. Да? Ну как? О, боже мой. О, боже мой. Давай, Настя. Backwards. Ага. А? Ага. Короче, сейчас мы начинаем челлендж. Челлендж, новый челлендж, все наоборот. Да, все наоборот. Будем делать все наоборот. Итак, наша первая с тобой задача. Первая задача — пробежаться. Пробежаться. Просто пробежаться. Мы будем бежать наоборот, потом смотреть перемотки, как мы пробежали. Как будто бы мы бежим нормально, как нормальные люди. А сейчас задача — пробежаться в обратную сторону. И вообще все делать в обратную сторону. Сейчас в этом все челлендж. Поймете. Да, все поймете, а Настя уже ничего не понимает. А я тоже, там столько людей вокруг, вообще мы в парке, в центре города. И все смотрят у нас буквально в смысле, блин. Теперь бег с препятствием. С препятствием. Сейчас, да. Павел, ты будешь моим препятствием, садись. Вот так, как знаешь, как пенечек маленький. Так, теперь я буду пенечек, Настя хотела это сказать. Она будет прыгать от скока. Так получается, ты с той же стороны бежишь. Да. Ну так иди туда. Нет. Тут задом ко мне встанет. Так давай сделаем тогда это. Прямо перепрыжки друг через друга. По очереди. Ты можешь сама ко мне сделать? Давай, Настя. Кнопки не нормы. Ну, а? Как бы вот. Ну да, я тряхну. Сейчас вперед мы это, цепляемся, либо боремся, либо я тебя бросаю, смотри, я тебя сюда бросаю, теперь нужно обратно. Давай, двигайся. Давай, раз, два, три, пять. Я тебя перебросил. Мне кажется, это полная вообще, полнейшая просто чушь получилась. Давай. Вот, прибежали. Попадались, я тебя кину. Теперь ты обратно. Ладно, все, теперь у меня. Yeah.
я придумала, смотри, смотри. Чего ты придумал? Я тебе типа живот. Типа, ты не приближаешься, да? Ты такая, отбрасываешься прямо вот так вот. Прямо вот туда. Не, я типа думаю. Я не буду падать. Не, вот тоже думаю, что спать нельзя. Так сложно. Мы для себя сейчас придумали новую задачу. Нужно сделать назад то, что мы вперед-то еле делаем. Давайте мы сейчас попробуем сделать вперед, а потом попробуем сделать назад. Давайте сначала смотрим, как вперед. Это должно выглядеть. Давай. Ты так перевернул, не трогай. Давай еще раз. Лучше вперед ты сделай. Давай. Раз, два, три. Короче, какая-то такая хрень, у нас опять перепутала ноги. В общем, какая-то такая-то хрень. Какая-то такая-то. Сука, ты меня задела сильно. Дела заговнила, давай. Я ничего не задела. Так, ты уже пофиг, ты сейчас. Что ты делаешь? Это же нереально, ребят. Просто нереально. Мы даже вперед-то не с первого раза сделали. Давай. Делай уже вверх твой ногой. Все поняла. Что это вообще? А, ты типа я чипила, нормально было. Вообще нормально. Все, Ай. Сейчас точно получится. О, давай. Да не делай ты этой рукой, я тебе сразу вот так в прыжки, чтобы сдавать. Ты просто смотришь на идиотку уже. Давай. Давай. Давай, типа, ну так что я там? Давай что-нибудь проще, короче, ребят, мы это не смогли сделать. Настя не очень. Нормально, Настечка. Ну давай, Настя, сейчас фотографию, давай. Это видео. Настя, давай еще раз на фоне бабушки красиво. Сколько лет вместе? 5 лет вместе. Уже 6, блин. Шестой год идет. Когда вы хотите завести ребенка? После свадьбы. Свадьба после 100 тысяч подписчиков дальше. У нас что, свадьба зависит? То есть я вот этот вопрос уже отвечал несколько раз, говорил это, и ты не слышал. Да, вот так-то обидно сейчас было.